Всем привет! Сегодня я вам покажу топовую настройку на вот эту вот ламбу, чтобы она поехала 700 км в час, у кого-то даже и быстрее поедет. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Поехали! Итак, первое обязательное условие, чтобы у нас было 1695 сил. Ставим вот такую вот трансмиссию оффроуд покрышки. Мы едем вот сюда теперь. И начинаем тапку в пол. И когда мы уже доезжаем до после этого пропускного пункта, мы его проехали, мы включаем дрифт мод, чтобы у нас увеличилась максималка и ускорение. И на спидометре у нас уже 730 км в час, уже 740. Ну а на этом видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.